Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Остаться я был категорически против того, чтобы каратэ занимались женщины. Однако после того, как он побывал на одном из кумитэ с участием мастеров женщин, он изменил свое мнение на этот счет и даже использовал фотографии женщин для иллюстрации техник в своих книгах, например, классическое каратэ. Бытует ошибочное мнение, что контактные виды спорта, в данном случае кёкушин, скажем так, превращают девушек в мужчин. Здравствуйте, меня зовут Морева Ярослава Игоревна. Я мастер спорта международного класса по каратэ кёкушинкай. Первый дан. Призерка, бронзовая призерка чемпионата мира 2016 года. Серебряная призерка первенства чемпионата Европы 2015 года. И победительница чемпионата Кубка России. Кёкушин в моей жизни появился примерно 10 лет назад, и я начинала заниматься им несколько раз, но в итоге он сыграл достаточно важную роль в моей жизни, потому что я чувствую положительное влияние всех его аспектов на себя. Руки, поднимай! На свою физическую подготовку и вообще на мое настроение. Сейчас в моей жизни кёкушин стоит на первом месте, потому что это то, чем я живу, это мое хобби, это моя работа. И я занимаюсь этим с удовольствием. На своем примере могу сказать, что люди, когда видят меня первый раз, они очень удивляются, когда слышат то, что я занимаюсь каратэ, кёкушинкай, и тем более профессионально. Дело в том, что для многих, ну я так считаю, для многих слово каратэ, потому что люди, которые не знакомы с каратэ, они не знают, кёкушинкай это или не кёкушинкай в основном. И если они слышат, что я занимаюсь каратэ, они сразу ужасаются и думают, как так. То есть у них есть два мнения на этот счет. Ну, я так думаю, что либо это просто поза цапли и бесполезные какие-то движения, телодвижения, либо это рубилово до конца. Но приходится всем объяснять, что кёкушин – это, в принципе… На самом деле кёкушин многогранен, и можно проявить себя в любом из видов, например, просто занимаясь и поддерживая свое здоровье, либо выступая в ката. Но даже бои не помеха тому, чтобы быть женственной. Все зависит от того, насколько человек и как он себя чувствует. В данном случае девушка. Если девушка ощущает себя девушкой, женщиной, красивой, привлекательной, то почему бы, уйдя с татами, не надеть платье и не улыбаться лучезарно? Девушки, которые выбрали кёкушин, не слушайте никого, а следуйте зову сердца, потому что я следовала именно зову сердца, и у меня на пути было достаточно много преград по этому поводу, но все равно я не отступилась, не жалею, и, как вы видите, перед вами не мужчина, а девушка. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути кёкушин.